Так, ну, собственно, всем привет. Так, ну, я так и не понял. В общем, они не против. Ладно, поздороваемся. Всем привет. Надеюсь, меня слышно. Хорошо. Так, сегодня для вас показываю я кубок Сич. Это у нас третий раунд, я так понимаю. Аргиторикс против Красного Орга. Орка. Эргиторикс из клана Гарта, орк из клана Виа Милитера. Так. Ему все равно. Так. Ну. Ред орк у нас за Парфию. Этот. За Сильфкинов. О, за Бакли, то есть. Аргиторикс. Да, орк за Парфию. Сейчас я соберусь, ребят. Смотрел трансформер вообще только. Что такое? Кто фракты на верблюдах? Ну тихо, вообще игру слышно, ну ладно. Так, Рот Орк готов начать игру. Ну все равно Аргиторикс его видит. А, ну к тому же они начали. Так, начнем с Бактрии. У Бактрии копейщики щитоносцы, гоплеты в чешуе. 3 копейщика щитоносцы, 2 гоплета в чешуе. 6 бактрийских знатных всадников. Один бронированный слон индийский, два скифских конных лучника и две тарентийских конницы. Насколько я помню, в правилах этого кубка 4 хашки, 4 конных стрелка, из них только 2 может быть лучниками. Так, у Парфи тут катафракты на верблюдах и царские катафракты, и знатная конница с каждого фланга. Один слон индийский боевой. Парфянских мечника 3 штуки. Наемный гоплит 1. Гоплит. И персидский гоплит. Так, ну тут знатные всадники погнали хашек. Хашки по ним стреляют. Убили там кого-то. Не, не убили еще. Ну, скоро убьют. В всяком случае, здоровье они им попортили. Вот сейчас отчетливо слышны голоса. Но, если честно, я думал, что ВМ будет собираться без слонов за Парфию. Так, это фракты на верблюдах тут. Погнали. Но вот это зря он сделал. Они бежали хотя бы в чардж, а так они... Сейчас и чардж потеряли, и все потеряли. Ну, на правом фланге. В общем-то, преимущество. Сейчас вот инициативу поймал Аргиторикс, подтягивает туда все свои войска. Генерал туда бежит, царский катафракт с чарджа. Хашки стреляют тоже туда. И мечники побежали сюда вперед. Нет, они пока стоят, мечники в атаку не идут. А, нет, тут и пошли в атаку уже. Что-то со звуками какие-то, какая-то жесть. Слон включает натиск и бежит на мечников, конечно же. Тут тарентийцы забрасывают катафрактов своими дротиками на левом фланге.
Так, и на правом фланге здесь копейщики щитоносцы неполным отрядом сражаются, поэтому им нехорошо. Но здесь еще одна бактрийская конница пришла, даже две. Так, что здесь со слоном? Слон у нас втоптал кого-то. Один отряд мечников, наверное, он растоптал уже. А, нет. По-моему, он даже никого не растоптал полностью. Да, никого, все еще живы. И здесь вот начинают атаковать мечников копейщиками своими со всех сторон. Ну, здесь Региторикс, по-моему, пропустил вот эту каву немножко. А, слоны бегут друг за другом. Ну, индийский слон проиграет бронированному. Здесь две тарантийских КВ освободилось. Сейчас их можно подтянуть уже. А скифские конные лучники стоят спокойно и настреливают генерала. И генерал сейчас умрет, потому что персидские гоплиты уже начинают убегать. А вот здесь, смотрите-ка. Катафракты на верблюдах догнали скифских хашек. Сейчас скифские хашки могут даже убежать. Но вот этот так неплохо он сделал, туда-сюда прочарджил все, что можно. Слоны здесь что-то перемешку. Индийские боевые слоны, видимо, атакуют генерала, слона, но по войскам уже ничего не осталось у Парфии. Вот эти два отряда еще могут выиграть парфянских мечников, но вряд ли. Индийский слон начал гибнуть, все, это победа Бактрии будет. Тут бактрийская знатная кава сражается. В ближнем бою она убьет, верблюды слабые довольно. Че, у них там здоровья, по-моему, мало. 85. 90 броня. Защита ближнего боя 11. Ох, это кто так 191-то убил? Индийский генерал бактрийский. Ну и все, и победа Бактрии. ГГ, видимо, там кто-то написал. Смотрим статистики. Ну, кава бактрийская, как всегда, хороша. По чуть-чуть понаубивал, по 50 человек нормово так. Учитывая, что там и кавалерия была, это неплохо. Ну, хашки скифские убили тоже бронированных катафрактов. Копейщики мало побили, очень мало. Ну, хотя кто-то вот здесь генерала вымочил, там это кавалерию разную. Слон мечников всех разогнал. А вот слон Парфии себя не реализовал. Без стрелков была Парфия. Какой-то вообще просто утопический состав. Без стрелков. И слоном контрит слона. Это, считайте, очень-очень много денег. 1500, которые стоит слон, он слил впустую. Так. Ну, видимо, этот орк сейчас возьмет Бактрию. Мне так кажется почему-то. Так. Так, вот, собственно говоря, кубок, кубка, табличка. Ну, сейчас у них фракции выбраны, они поменялись, короче, фракциями. Так, ну посмотрим. Здесь у нас играет орк с Аркиториксом. Орк до этого обыграл Армениан Кинга, кстати. Как-то вообще непонятно, вроде... Вроде и Дюка в Эдессу обыграл. Ну, орк хороших таких соперников, сильных прошел. Средне-сильных. Ну, выше среднего. Аргиторикс прошел. А, он со второго раунда начинал играть.
Джона Сни, который обыграл бога войны. Ракеторикс обыграл 4-1. Но я думал, что Джона Сни, вот лично я считаю, что Джона Сни хороший игрок. Ну, ой, что-то я все попалил вам. Да, все, я попалил, ну ладно, пофиг. Так, и победитель этого раунда выйдет на Адалара. Четвертый раунд. Так, посмотрим, что там в игре у нас. Что там у нас в игре? Меня не слышно? Как так? Может быть... Нет, микрофон стоит. Какого хрена? Так, и победитель этого раунда выйдет на Адалара. Четвертый раунд. Так, посмотрим, что там в игре у нас. Что там у нас в игре? Меня не слышно? Да не, меня слышно. Меня очень хорошо слышно. Я включаю сейчас у себя любимого звук. И слышу себя прекрасно. Так, ладно, включу орла. Табличку я показал. Музыку поставь. У меня нет музыки, которая не банится этой фигней. О, как раз вовремя я вошел в игру. Они нажали плюсики свои, написали ГГ, ой, тьфу, ГЛ. Удачи. И игра загружаться начала. Кто-то мне написал. А, вот, все слышно. Все слышно, это хорошо. Но не буду я звать на стрим людей из клана ВМ. Потому что, не знаю. Не буду просто пока. Мало ли кто обидится. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, ну вот они уже. Плюсик пишет. Как это? Аргиторикс. Ха. Ну, Аргиторикс пишет плюсик, а вот... Орк еще не готов пока что. Что это такое? Это что, все войска? Пум-пум-пум. Ну вот на этот раз они поменялись фракциями. И все равно, на мой взгляд... Парфия.
Уже на этой распарфе выглядит поэффектнее. Что-то здесь расстановка не то у орка. Так, ладно, начну состав рассказывать с парфи, как с хоста. О, начали. Так, включаю. Ну и что же, у нас второй бой. Пока что счет 1-0 в пользу Аргиторикса. И в этом бою он играет Парфий. И у него состав таков. В первом ряду стоят гоплиты, 3 персидских и 2 наемных. Всего 5 получается. Так, так вот сделаем сейчас. За ними стоят 3 плитаста, ну, обычные бронированные плитасты. 2 знатных конницы, по центру сзади генерал царский катафракт, за ним индийский боевой слон. На флангах по одному восточному катафракту и ближе к левому флангу копейщики на верблюдах. И 2 хашки сарматские, они уже побежали стрелять. Вот для хашек тут на самом деле просто безграничный простор, потому что Бакс не взял стрелков. Орк в очередной раз не взял стрелков. У него здесь бактрийские знатные всадники, 2 штуки на правом фланге. Греческий катафракт, 1 штучка. Гоплиты в чешуе. Ого. 2 бактрийских царских гвардии. Так. Граждане-всадники. Бактрийских 2 знатных всадника. Еще один греческий катафракт. И слон индийский в броне. Ну вот это я не знаю, насколько это стоящее вложение бактрийской царской гвардии. Что-то мне не нравится, как я звук увеличил. Эта трансляция, она совершенно необходима. Так, что-то я зачистил с ближними планами. Слон побежал с натиска на генерала. Перетастов перезарядка на слона включилась. Уже успели даже стрельнуть, а слон все равно бежит. Втыкается. Слушайте, вот сейчас у слона есть отличные шансы догнать этих перетастов. И тогда все будет очень-очень-очень сложно для Аргиторикса с тем, чтобы законтрить слона. Но вот здесь все-таки вот эти гоплиты, они помогут. И верблюды, эту каву всю убить. Так, вот индийский слон может потеряться. Так, индийский слон в броне бактрийский. Разогнал пельтастов. Нет, один отряд остался. Вот один отряд, и сейчас он стреляет по слону. Уже очень-очень сильно убил уже всех слонов. 5 осталось только. Вот этот вот недоконтроль, отличная позиция, но недоконтроль, естественно, своих слонов сейчас бактриец. А Парфия, наоборот, всех расстреливает и убивает все войска. Даже не катафракты были. А, нет, катафракты, да. Гоплиты в чешуе. Персидские гоплиты. Ну, все. Хотя вот на этом фланге Бактрия еще может что-то выиграть здесь. Но то, как она проиграла слона, это было очень обидно. Потому что в центре слон мог такого широкого здесь навести. Но его трупики валяются здесь теперь. Так, это кто? Бактрийская царская гвардия? Ну, вот здесь Бактрийская царская гвардия дерется, но я не думаю, что...
один к одному драться с российским гоплитом, это круто. Плюс сейчас еще и Кау подбежит парфянская. Нет, ну это победа, да, парфи уже в любом случае. То есть Аргиторикс и счет становится 2-0. Человек как говно вылетел. Давай чаржись. Вот она сейчас будет чардж. Ты ж. Самочил его в спину прям. Ну, походу генерал только остался. А, нет, тут еще, смотрите, Кава дерется. Но эта Кава уже не затащит. Тут три Кавы. Вот эти две кавалерии еще могут быть не разделают. Но сейчас генерал тут умрет, походу. Ну, напоследок Бактрис, то есть орк, неплохо походил еще по войскам Парфии. Побил генерала, побил кавалерию. Но в итоге это ничего не изменит для него. Даже слона побил. Все играть так начали. Это будет сейчас просто что-то. А, нет, все-таки остаются эти гоплиты персидские. 80 человек. Ну да, и все. И вот сейчас эти два отряда уже мигают. И быстренько умрут. Ну, контроль орка сейчас в конце вот... Вышел, что надо. Один слон ушел. Получился, что надо у него контроль в самой концовки. Вот, смотрите, Пельтаст убил 21 человек, но много-много лычка получил за счет того, что убил слона. Но слон все равно натопал. Вот двух Пельтастов он убил, там еще гоплитов. Гоплитов. Вот этот вот добил бы он еще одного Пельтаста, который его потом убил. И все было бы очень даже нехорошо для Парфии в дальнейшем. Так, включаем заставочку. Смотрим дальше. Вся его музыка не банится. Ну ок. Где-то у меня здесь была его музыка. Джефф Ван Дюк. Ван. А Ангела пойдет и Джефф Ван Дюк. Что так Ангела это и будет играть только? Левки против Македонии. Believe in their own truth.
love the children as fiercely as we do. We all share one thing, our hearts were given from above. And the only thing worth fighting for in this world is love. On and on through the years. Ангелу вашу на паузу ставим. Анжелу знойную. Вот. Загрузился. Успел я войти в игру до того, как они нажимали плюсики. Уф, македонец неугомонный. Ну, то есть орк. Он играет за Македонию. Такие составчики. Ну, вот сейчас мне его состав побольше нравится, чем в предыдущие разы. И на мой взгляд, он даже выглядит весьма неплохо против состава Аргиторикса, который играет за Киды. Кто-то мне там... А, это мне мой друг пишет. Ты ее... Неплохо так. Кстати, господа, регистрируемся на мой турнир. Называется он Боевые братья. На русской лиге Total War. И все зависло. Не, не зависло. Сейчас я куда-нибудь это... Так. Во. Короче, все плохо. О, в описании кинул вам ссылку на мой турнир. Регистрируемся, ребят. Ой, прости, пожалуйста, началась игра. Мне тут просто пишут французы. Так, ой. Ну, начну с Селевкид. Тут у нас 4 пикинера новобранца, спереди по центру за ними 3 сирийских тяжелых лучника, с флангов персидские гапты, сзади 3 мечника в тораксах. На самом деле очень много
денег и очень много юнитов. Греческие катафракты две штуки сзади, один из них генерал. Медийская конница две штуки тоже сзади на флангах. Медийская. Слушай, медийская это не азат, это медийская. Или слон боевой бронированный. У Македонии тут фессалийки. С каждого фланга по одной фессалийке. С правого фланга два гитароштеносца, слева один гитароштеносец. Это же тоже гитароштеносец, да? Одна фессалийка побежала на правый фланг. Правым флангом он заворачивает, этот македонец, то есть орк. Тут у него мечник в тораксах, царский пельтаст, две штуки. А, нет. Один мечник в тораксах, один царский пельтаст, генерал щитоносец, два фракийских. Ух ты! Гитары щитоносцы попали под чардж греческих катафрактов, потеряли 12 человек вообще-то. Не круто. Генерал щитоносец, в общем, и тут еще гоплит есть один обычный. Пошли тут на пикинеров мечники сразу же. Пикинеры начали отступать. Зачем? Они же стояли с опущенными пиками. Здесь еще и слон пришел. В общем, левый фланг этого орка сейчас развалится. А вот здесь мечники догнали пару... Не, ну пикинеры все-таки убежали. Пикинеры убежали, прожали спокойствие. А вот здесь фессалийка неплохо зачаржила медийку. Ну, правда, нанесла небольшой урон. И мечники в тораксу здесь им помогают. Ну, вот эти пикинеры сейчас разберут, наверное. Должны все-таки, надеюсь. Так, пельтасты фракийские стреляют. О, смотрите, пикинеры уже начали. 57 человек уже начали дрожать, их расстреливают. Гоплиты одни стоят сзади, щитоносец вот здесь как-то не пойми, ничего не делает. Так, мечники в тораксах уже очень много погибло. И пельтасты погибло всего 20 человек. Здесь, смотрите-ка, тоже... Селевкит выигрывает, то есть Аркиторикс, на этом вот аппендиксе. Ну, слоны стоят далеко, пока что они здесь основным силам не мешают. Надо бы пельтасам сохранить пульки, чтобы слону навредить. Но сирийские тяжелые лучники, сколько они тут уже побили? 13-10, не так уж и много. Так, тут мечники лупят кого? Они лупят персидских гоплитов. И сирийских тяжелых лучников. Тут еще мечники в тораксах прибежали. И слава богу, потому что гитары что остановились. Ох ты, а вот здесь вот катафракты, смотрите-ка. Имеют такой вот шанс, имели пройти на пельтастов фракийских. Но они этого не сделали. Вместо этого они поехали сюда помогать своим мечникам. Ну и слон бежит на фракийских пельтастов, надо бы их развести в разные стороны. Чтобы... А, нет, отводит слона назад. Ну хотя слон мог забежать здесь и всех добить оставшихся македонцев. Генерал побежал в тыл мечником в тораксах, и это... И это им очень больно будет от этого сейчас. Там больше 10 человек теряют они. 10. Медийская конница догнала пельтастов. Слон тоже победил. Ну все, это победа Селевкид. Остался только генерал, где тут щитоносец. Как-то войска дорогие, а толку мало. Все выносится убер отрядами один в одного. И преимущество остается, перевес большой на стороне Аргиторикса. Ну вот расщедрился сейчас на двух пельтастов, и сразу же они настреляли по 77-69 человек. Гитары щитоносцы себя не реализовали, на мой взгляд. Они должны убивать намного больше, больше 120 человек. По лучникам, по каве пропустили чардж. Царский пельтаст тоже мог бы побольше поубивать. Ух ты, Алисар СКП в Риме. Так, орел вам. Включаю вам вашу Анжелу.
Да ну нафиг эту музыку. У меня от него голова болит. Ну, Красный Орк сейчас будет играть за Египет. Закаров будет играть. Аргиторика, соответственно. Ну, Аргиторик уже собрал свой состав. Готов. Ждем Красного Орка. О, орк готов. Пам-пам. Вот так меня слышно от души. Минот. Минот, бегемот. Команда багет. Неплохо. О. Так. Четвертый бой. Аргиторикс из Агарты против Красного Орка из ВМ. Орка из ВМ. Аргиторикс играет за Карфаген. Орк за Египет. У Аргиторикса слева направо. Два поздних ливийских гоплита. Гоплита, карфагенская конница и генерал. Тоже на левом фланге там. В центре три африканских пикинера. Растянуты в два с оловиной ряда.
И на справа поздние виски гоплиты и две карфагенских конницы. В центре у него здесь наемные балиарские пражники 4 штуки. Ливийская пехота 2 штуки. Африканский боевой слон с генеральскими обилками, которые у него, кстати, командир. То есть мораль и боевой, тьфу, боевой дух и ближний бой. И два ливийских пельтаста тут сзади. Ой. Что-то начал чуть-чуть отступать. У Египта скорее нубийские копейщики по одной штуке с каждого фланга. Птолемеева конница и гетаэр-щитоносец. Тьфу, блин, гражданин-всадник. Два справа, один слева. Слон боевой африканский слева. Галатская царская гвардия. О, галатские мечники уже умерли. Еще один галатские мечники умирают. Так, две галатских царских гвардии. Генерал царский мечник в тораксах. Шта. Так, а здесь уже нубийские копейщики дерутся с поздними ливийскими гоплитами, и они им проигрывают. Еще и Кава прилетела сейчас на помощь. И чё, орк уснул, что ли? Чё у него кавалерия здесь стоит на правом фланге? Не уснул, он играет. Но как-то неактивно он играет. Дети все стреляют, болярские пращники, причем нехило стреляют этих голодранцев, уже убили голодских мечников. Так, а вот голодская царская гвардия пока добежит здесь. Всех их братанов уже переубивают. Ну, наступает левым флангом активно. Правый фланг вообще здесь, он, я не знаю, кто-нибудь напишите ему, что у него здесь две кавалерии стоят просто так. Ну, тут в пике идут галатская царская гвардия. Напомню, что счет уже 3-0 в пользу того самого Аргиторикса из Агарты. Тут еще два ливийских плитаста по слону стреляют. И слон африканский, карфагенский, сейчас будет блочить слона вот этого. Надо туда втаскивать на пельтаста в свою кавалерию. Ну все, а так сейчас будет очень плохо слону. Точнее, даже не очень плохо. Ему будет очень-очень плохо. Он умрет. А вот здесь все мечники вошли в одного ливийского гоплита. Но все-таки эта победа будет уже. Карфаген уже видно все, потому что эта кавалерия так и осталась здесь стоять. Шторк, конечно, не тот, что был раньше. Ну, мне раньше казалось, что он вообще один из самых сильных игроков. Ну, вот гражданин всадник все-таки какой-то прибежал здесь. Догнал пельтастов, но от слонов здесь уже осталось всего 5 слонов. Хотя вот то, что сейчас здесь стреляют пращники, они могут и своего слона взбесить. Карфагенского и убить. О, признал орк поражение. 4-0 победы Аргиторикса. Но эти голые мечники умерли сразу. Копейщики тоже умерли сразу. Про Каву свою забыл. Все. Да, все. Аргиторикс вышел. Битва завершилась. 4-0 победа Аргиторикса, с чем мы его поздравляем. И трансляцию эту завершаем. Играйте в Рим. Дружите, развивайте сообщество русское Total War. Всем пока.